Всем привет, дорогие мои, с вами Кунанова Аня, проект Faberlic Online, и в этом видео я вам покажу вот такую кучу мало и новинок, и не новинок, все, что мне пришло в автозаказ. Ну, во-первых, мне пришли такие вот юбочки, пришли мне не все цвета, а пришла только зеленая и бежевая, остальное появилось позже, но я думаю, что принцип понятен, и я не стала остальные юбки, которых не было в наличии, вообще заказывать, потому что, в принципе, они все очень сильно одинаковые. То есть вот такая голубенькая пришла, и вот такая вот бежевенькая пришла юбочка, и причем они Кате обе понравились, и она их обе себе оставила, хотя мне, честно вам скажу, эти юбки не понравились, я такой не хочу, но Катя, померив обе юбки, сразу же себе оставила, я была очень удивлена. Ну вот посмотрите сами, как они реально на ней хорошо смотрятся, ну к моему удивлению. Первая юбочка у нас с вами идет юбка из вискозы с принтом, цвет голубой, размер XL, состав 100% вискоза. Так, сейчас Катюшка продемонстрирует, как они на ней смотрятся, а я пока покажу вам, как оно вообще все сшито. Так, тут логотипчик Faberlic. Прикреплен значок, как ухаживать, да, то есть я думаю, что это важно. Ну и, в принципе, все. Два шнурочка таких вот. Фурнитура тут идет из нержавеющей стали, наверное, что-то такое. Да, то есть с обеих сторон можно подтянуть, можно так оставить. Тянется отлично. Такая вот приятная резиночка. Все хорошо сшито, прошито, обе юбочки. Далее идем, спускаемся по шовчику и видим разрез. Разрез тоже, кстати, очень хорошо тут прошит. Тут еще укреплено, как вы видите. То есть никаких нареканий нет. Ткань очень легкая. Я знаю, что вискоза хорошо мнется, но она опять-таки и тут же мгновенно хорошо на теле разглаживается. Это такая ткань очень сильно мега интересная. Это первая юбочка. Ну и вторая юбочка точно-точно такая же, только артикул 870-822. Она идет цвет белый. Размер тоже XL, состав тоже 100% вискоза. Тоже все точно так же. Все вот эти вот. А, кстати, еще забыла сказать, вот тут вот такие вот, как оборочки за вывертыши, как мы смеялись с Катюшей. Да, то есть тут вот есть для объема, сзади такого нет для объема, только вот спереди такие вот еще две выточки прошиты под объемчик получается, да. То есть очень интересно, вот они так вот тут. Да, зашито раз, и вот так прошито два. Это спереди. Если внутри посмотреть, то таким вот образом. Я сначала думала, может быть, это под карманы, но нет, карманов нету. То есть вот так вот просто прошито еще впереди. Такие вот две штучки сшиты. В общем, ну смотрите сами. Катюша была в восторге и сказала, ой, в жару носить самое то, это клево, это классно. В общем, все такое прочее. Я была, конечно, удивлена. Дальше. Вот такая вот кепка. Она довольно-таки грубая, очень интересная. Артикул 600-845, цвет светло-голубой. Хотя для меня она сине-голубая, это не светло-голубой цвет. Размер 56-57 головы, 95 хлопок, 5 полиэстер. Вот, она слегка великовата, Катюша. Да, регулятора тут шапки, ну, я точно не нашла. Может, он где-то и есть, конечно. Нет, регулятора точно нету шапки. Вот я ее полностью вывернула. То есть тут уже как бы только так. Не затянешь ничего, но ее и затянешь, она будет некрасивая, да. То есть ткань грубая, стоит хорошо. Можно сделать в нескольких вариациях, загнуть, подогнуть. В общем, такая шапочка для экскурсий, под все подходит. Но она плотная. И ткань такая очень интересная. Да, такая слегка ребристая, что ли, такая вот грубая. Двойное тут все прошито. Ну, в принципе, хороша шапка. Ну, сказать ничего не могу. Хорошенькая шапочка. Далее кепка. Очень понравилось исполнение. Вот если прям очень сильно увеличить, то вы увидите, какая у нее тут, как у нее тут все прошито. Да, вот конец изделия уже. Тут такие вот застежки регулируются. Получается вручную. Можно отрегулировать. Тут такая вот сеточка. То есть тоже все великолепно. Козырек мне показался лично очень большой. Катюша тоже очень большой. Такая вот ткань прикольная идет. Вот, то есть такая вот интересная шляпка. Мне кажется, что она, ну, козырек, вернее, не шляпка. Мне кажется, что она уж очень-очень большой, вот этот козырек. Чересчур, видите, да, такой. Ну и на Катюше тоже чересчур как бы большой смотрелся. Артикул у козырька. Так, козырек женский, 600-842, цвет черный, размер 55-58, там регулируется, да. Ну и состав 60 полипропилен, 40 полиэстер. То есть такая вот красота. Дальше такая вот шляпа.
очень интересная, большая. Она уже регулируется, как мы с вами видим, да, тут можно подобрать. Тут на самом деле вот эта ткань очень нежная по центру, да, изнутри очень нежная, такая приятная, мягонькая. Вот эта ткань, она идет погрубже, весь конец периметра изделия вот таким образом выполнен. То есть бахрома такая тут, да, с конца вот так вот прошита. Интересно. То есть все аккуратно видно, что это или бок, или зад, да? А нет, тут шов и тут шов. Значит, центр или тут можно сделать, или тут, да? Лицевую сторону. Вот так тоже можно ее загнуть, и она будет носиться хорошо, удобно. То есть, по идее, никаких проблем с шапочкой нет. Ну и желтый цвет такой летний. Артикул 600-844, размер 56-57, 100% хлопок. Далее вот такой козырек женский, тоже очень интересный. С артикулом 600-841, размер 55-58, 60 полипропилен, 40 полиэстер. То же самое плетение, я вам его покажу, да, немножко с блестками оно идет. То же самое плетение, та же самая внутренность. Такая вот пластмасска, но она такая эластичная, она гнется, тот же самый регулятор, то есть все то же самое, просто светленькая, хорошенькая, и козырек реально большой, вот Катину голову он почти полностью закрыл, он очень большой этот козырек. Вот. Лично я такие козырьки, честно вам скажу, не понимаю. Если это от солнца, то голову, мне кажется, очень даже напечет, потому что тут дырка. Да, то есть... А зачем он тогда нужен такой большой, если не от солнца, да? То есть от дождя тоже как бы тут дырка. Вот. Ну, непонятно, да? Вот мне назначение таких козырьков непонятно, да? То есть люди носят, а я не понимаю, зачем. Потому что в жару напечет, от дождя не спасет. Ну, лицо оно не сгорит, но голова же напечется, да? То есть вот мое личное мнение. Далее пойдет обычный обзор. Нет, еще кроссовочки вот покажу. Тоже впервые у меня на YouTube-канале они будут в таком цвете. Значит, смотрите. Magnesium Хелат. Это у нас магний идет. Магний Хелат с артикулом 158-01. И тут в составе идет, получается, чистый магний. Антислеживающиеся агенты, кальциевая соль и так далее. Для чего нужен магний? Для мышц, для зрения, для сосудов, для нервной системы. То есть он нужен для всего. Вот у нас у мамы ноги начало сводить. Мы начали давать кальций плюс магний. У нее через 3 дня ноги начали проходить. То есть она больше не мучается. Она умница, красавица. Практически всегда принимает то, что мы ей говорим. Правда, ругает нас. Она очень не любит. Но ей 77 лет, поэтому тут, да, в мае, 25 мая будет 77 лет. И, честно сказать, такое вот ощущение, что она как бы пьет, чтобы нас не обидеть. Но пить она это не хочет дело. Но что поделаешь, все равно мы ей это даем. И... А папа пьет. Папа прям вообще довольный. Он пьет, ему очень все нравится. Да, то есть вот покрупнее показать. То есть такая вот красивая красота магний. Его очень долго не было в наличии, поэтому я заказала больше 10 штук. Так, тут у нас идет... А, трусы слипы, козырек женский. Сделан вот такой вот заказик, да, 4000, как вы видите. Я заплатила, 4900 стоило и 4000 заплатила. Компания Faberlic как-то нам вводила кэшбэк. Ну вот мы от этого кэшбэка еле отмазались, нам вернули снова скидку, потому что зачем нам этот кэшбэк нужен, скажите. Мы хотим сразу свои деньги назад получить, а не ждать, пока мы их заберем. Далее, вот такие вот трусики XL Mia. Взяла их с 70% скидкой по VIP с артиклом 502-875. XL это мне, это для меня, я это дело очень люблю, чистенькие, новенькие, свеженькие, они хорошо стираются, за ними очень легкий уход, их можно кидать даже в общую стирку, и с ними ничего не происходит, поэтому такое вот я заказываю, такого у меня должно быть много, всегда много. Дальше два пробника, ультракондиционер для белья, я их не заказала, мне их подарили на конференции в Йошкар-Оле, куда я ездила, и походу нечаянно они сюда как бы в коробку попали, это просто подарок на конференции. Это еще мне там подарили диплом, что я рубиновый VIP-консультант и так далее, да, то есть, ну, это все вот еще за участие, за развитие диплом подарили, в общем, компания Faberlic работающих лидеров очень любит. Была распродажа, как вы видите, это все из распродажи, это я взяла себе с артикулом 114-34 влажные салфетки для гладкой обуви. Очень нравится, беру с собой в дорогу, кроссовки, сумки, где-то кожаные куртки, все чистит на идеальнейшее. Мне очень понравилось, я прям кайфую с них. Далее, одна штучка влажные салфетки чистящие для экранов и мониторов, 30 штук в упаковке, но очень долго хватает, если клапан закрывать плотно. Если его закрыть не плотно, оторвать, порвать, туда будет попадать воздух, то оно, понятно, за неделю, за полторы полностью высохнет. Чтобы такого сюрприза не было, клапан нужно
аккуратно открывать и аккуратно закрывать. Артикул 302.49 очень нравится протирать все, что связано с техникой. Телефоны, компьютеры, именно экраны, да, экраны мониторов, телевизоры, то есть, ну, все-все-все, что хочется, планшеты. Очень-очень удобная универсальная штучка. Далее, 5 штучек я взяла, конечно же, карандаш пятновыводитель универсальный, он у нас заканчивается, это такая тяжелая артиллерия. С артикулом 301.52 идет 35 грамм. Вот вы знаете, этот карандаш, он оттирает все, абсолютно все, но может и цвет из ткани вытереть, поэтому нужно быть очень осторожными, смотреть, что у вас за ткань, что у вас за ткань, то есть так вот отрываете и намазываете, но обычно столько много на пятно не нужно, это намного дольше хранится, да, такая вот штучка. Да, и можно и утюги чистить, и все. То есть у него, в принципе, широкий спектр, но мы используем как от тканей. Белые носочки хоть бы что отбеливает. Очень крутая штучка, которая мне спасла очень много вещей, которые я уже думала все выкину. Особенно в первое время, когда денег особо не было на новые вещи, а Вика очень любила одуванчики. Знаете, вот очень хорошо выводит и одуванчики, и все. Вот, пожалуйста, состав. Крутая штука. Кто еще не пробовал, присмотритесь. Стоит копейки, а спасает вещи, которые стоит втридорога. То есть экономия обалденная. Дальше влажные салфетки чистящие универсальные, 30 штучек с антибактериальным эффектом. Моя любовь, 305.50. Ну что я делаю? Я, например, с утра, когда сажусь за свой любимый стол компьютерный работать, я все протираю. И клавиатуру могу протереть, и пыль со стола смахнуть. То есть все, что угодно ими можно сделать. Что-то пролил вытереть, какое-то пятнышко на кухне затереть. Идеально работает, без всяких разводов. Мне это очень нравится. Так, малофтилин. Его со скидкой не дождешься. Этот продукт, который реально бывает очень сложно поймать на сайте. Я увидела, что он есть на сайте и взяла 2, 4, 6, 8, 10 штук. Да, там тоже, вот видите, все малофтилин. Сразу же 10 штук, потому что это очень крутая штука. Мы ее берем с собой и во все поездки, и дома он у нас лежит в аптечке. Артикул 709.12. Ну, конечно, если посмотреть его состав, просто поставить на паузу и почитать состав, и, конечно, тут все поймете. Во-первых, 97% натуральных ингредиентов, а во-вторых, тут что только нету. И ши, и макадамия, и всякие заживляющие средства, даже вот так вот, если вам показать, это просто не кладезь всего самого-самого полезного. Запах у него, конечно, как у аптечного такого крема, он такой жиденький-беленький, ну, не слишком жидкий, как мазь, как жирная мазь, я бы так сказала. Но тут, вы понимаете, состав очень крутой. Он идет как натуральное масло макадамия, жажаба, бурити, кедра, масляные экстракты конского каштана, календулы, облепихи, гиалуроновая кислота, коллоидное серебро, депантенол, мумиё, ионы цинка и меди, витамины Е и F. Вы представляете? И им даже лечат насморк. Могут намазать внутри, снаружи, да, межбровное пространство можно намазать. Можно намазать вот где эти пазухи носа, щечки, все смажут, смазывают, миндалины мажут, да, уши мажут, за ушками мажут, да, то есть и человек тоже быстрее начинает выздоравливать с этого средства. Но на самом деле оно не только для того, чтобы быть в домашней аптечке, он еще и, как сказать-то даже, это крем для ухода за кожей лица и тела. Он предохраняет кожу от потери влаги, повышает жизнеспособность клеток, активизирует обменные процессы в глубоких слоях кожи при регулярном применении, предотвращает увядание и повышает упругость и эластичность кожи. Вот такой вот кремчик, даже вот я вчера делала депиляцию, и у меня пошли красненькие пятнышки, да, я себе заказала депилятор, который волоски выдергивает. Что-то мне не понравилось, да, вот эта вот электродепиляция, толку от нее какой-то нету. Поэтому вот такой вот кремушек, у меня все зачесалось, заболело, пятнышки пошли. Я взяла кислородный бальзам, Signum One, малофтилин, все это смешала, прям потолще, побольше выдавила и прям все это нанесла. Так у меня за однаким еще и моя больная коленка прошла. Далее, еще вот такая вот скорая помощь полностью закончилась. Мама звонит, Аня, мне закажи. Свекровь звонит, Аня, мне закажи. А у Ани у самой нету. Вот, поэтому я заказала много. Всем прямо по несколько штук. Начался сезонный такой, да, вот видите. Это все мне, в семью Кононовых. Это мамам, папам я раздам. Почему столько много? Потому что, ну, таких вещей должно быть в доме очень много. Я на таких вещах делаю особенный акцент. Артикул 305.52. Для меня это влажные салфетки для удаления пятен. Они эффективно удаляют все пятна. Я в дорогу, вот сейчас на 10 дней, уберу с собой целую пачку закрытую. Мало ли где-то что-то. Где-то я на пиджак поела, капнула. Я убрала сразу же, оно высыхает за минуту 3 и все. Я снова красотка. Где-то салфетки для обуви кончились, белые кроссовки не оттираются, еще что-то. Пожалуйста, кроссовки оттер белые. Я очень люблю в кроссовках ходить. Я обожаю кроссовки.
кроссовки, тоже кроссовки у меня Faberlic, да, то есть это эффективное устранение свежих пятен и загрязнений с одежды любых тканей, обивки, мебели, сумок, обуви, деликатно, быстро и удобно, то есть от всего, поэтому вот такая вот у меня полезная коробочка. Так, следующая коробочка, конечно, такой вроде бы объемный заказ, не на маленькую сумму, но посмотрите, сколько всего еще. Так, чеки. Давайте сначала посмотрим чеки. Значит, первый чек у нас тут 14 тысяч. Это масло кедровое пищевое с пищевыми добавками, капсулированное Signum 13 и Signum 12. Это как раз-таки чистота. И эти средства для меня очень сильно полезны. Я их постоянно беру. Это кардиопротектор 158-26, очень хороший. А это остеопротектор, как раз-таки для всех конечностей, которые болят, не болят. И для памяти, и для всего. В общем, такая вот крутая штука. 158-26. 7. Содержит пептид-комплекс Signum 13. В общем, очень нравится. Обожаю, уважаю. Буду пропивать. Они у меня закончились, поэтому я взяла прям по 2 штучки. И да, и вот смотрите, 2 и 2. И это вышло вот такую сумму. Да, такая красота. Значит, смотрим следующее. Это у нас биокондиционер тут. Коралловый кальций я заказала. Карандаш пятновыводитель. Ну, тут немножечко перепуталось, да. Крем для лица и тела малофтилин. В общем, такая вот красота. И кроссовки Моник цвет хаки, размер 38. Не люблю хаки, думала, что я их не заказывала. На самом деле, оказывается, заказала. Стоят они 2248 по моему ценнику. 9 рублей за автозаказ тут. Они упали в автозаказ. И что меня удивило. У этих кроссовок, сейчас достану, рыжая подошва. Я не обратила внимания на это вообще в каталоге, но, вы знаете, смотрится, конечно, прикольно, но, опять-таки, не ко всему подойдет. То есть хаки, рыжая подошва или терракот, кто как любит называть, да, то есть я просто рыжая называю. И, конечно же, вот это вот мне не очень нравится, потому что у меня таких вот, не таких вещей нет, не таких вещей нет. То есть было бы оно хотя бы двухцветное, ну, я бы, конечно, носила бы с удовольствием, потому что оно к чему угодно может подойти. Хаки подойдут к любому белому, например, да, костюму. Ну, можно найти сочетание, да, а когда вот три цвета, я даже не знаю. Но его тут, в принципе, не особо видно, но все равно видно, да, как вы видите, вот тут вот. Тут все проклеено, подошва вот, тут вот кожа, а тут вот опять под этот подвелюр сделано, да, вот эта вот тканевая вещь. Кроссовки я уже эти поносила. Так, вы знаете, что я заказывала все цвета. И я вам сейчас могу сказать, что в них очень сильно мега комфортно. Ноге прямо супер. Но еду я в кедах, в наших новых белых кедах в Москву сейчас. Потому что кеды все-таки, у них там повыше подошва, еще прохладно, еще ноль на улице. Но я уже не мерзну, понимаете? Я в ноль не мерзну в кедах. Это круто. Мы уже погуляли, все нормально, все хорошо. Так, а это что такое? Что-то тут приклеилась, да, то есть, ну, тут, вот, как вы видите, еще и, походу, прошито прямо в подошву, или что, я не поняла, но это мелочь, я считаю, что это мелочь, в общем, такие вот кроссовочки, очень сильно удобные, мне они прям нравятся, вот именно эти кроссовки из этой серии, не такого цвета, а вообще вот эти кроссовочки прям супер. Артикул 886-645, размер 38, тут идет искусственная кожа и текстиль, и подошва ПВХ, вот такая красота. Что еще заказала? Это коралловый кальций. 100 лет не брала. Взяла его как-то раз по распродаже. Очень много. Это коралловый песок и серебро. Называется эта штука минеральная композиция для кондиционирования питьевой воды. Это улучшение качества воды. Если пить такую воду, она улучшает усвоение кальция. Кальций очень много где участвует. Да, то есть и хорошо, что он лучше будет усваиваться. Ну, там еще много всяких микроэлементов, которыми она насыщает. Серебро обезвреживает и так далее. Артикул 157-30. Всегда из года в год их заказываю. Идет у них 12 фильтр-пакетиков. Ну, такая вот красота. И вот они такие хорошенькие получаются. Один пакетик на 1,5 литра воды. У нас приходят по 19 литров бутылочки. И вот мы все эти 12 порций туда выкидываем. Это, конечно, маловато. То есть, ну, как бы мы экономим. Надо больше класть, потому что 12 порций на 1,5 литра. А мы эти 12 порций используем на 19 литров. То есть, чуть-чуть не хватает. Но я считаю, что они все равно работают. Работают хорошо. Просто не так густо, может быть, да. В общем, отличная штука. Ну, наверное, лет 6-7 мы их заказываем на постоянной основе. Кончится, снова берем, да, поэтому вот пока такая кучка у меня еще есть, поэтому немножко взяли. Ну и кондиционер для белья, тоже очень интересный такой. Давайте с вами попробуем консистенцию, да, такая вот консистенция. И мне у него ужасно нравится аромат.
вот только у этого. Я вообще вот эти гринли не очень люблю, но вот этот восточный микс, конечно, попал мне в сердце и в душу, мне очень понравилось. Он для натуральных и спортивных тканей, то есть и с ним можно стирать все подряд, не выбирая, вот, он ничего не испортит. Значит, артикул 108-96, тоже отличное средство, биоразлагаемое и очень-очень приятный аромат вот у этого вот Homeloom Greenly. Ну вот все, в принципе, мои дорогие. С вами была Конова Аня, проект Faberlic Online. До встречи с вами в новых видео.